Движение на трассе Пермь-Екатеринбург ограничат на 3 месяца. С сегодняшнего дня там начался ремонт дороги. Планируется заменить верхний слой асфальта. Работы продлятся до конца августа. Первый участок, где будут проходить работы, дорога от ИКАДа до поворота на Первоуральск. На время ремонта, чтобы не создавать сложности автолюбителям, трассу планируют перекрывать частично, оставив движение по одной полосе. На втором участке, это между Бесертью и селом Клиновое, установят светофоры, чтобы организовать реверсивное движение. Рабочие просят водителей планировать маршруты, выезжать не в час пик и по возможности искать объезды. Так как в предыдущие годы летние ремонты трассы становились причиной больших пробок, которые растягивались на десятки километров, особенно в выходные.